Итак, как я обещала, фильм. Дорогие пассажиры, пожалуйста, займите свои места. Сейчас мы полетим в дорогую нашу страну, Грецию. Ой, так вот. Да, слышно, да? Так вот. Вам раздадут еду, когда вы можете попросить. Ну, короче, раздадут вам еду. Короче, сядьте все, пожалуйста, на свои места. Все собрались, да? Займите свои места. Мы взлетаем. Итак, дорогие пассажиры, мы взлетели. Как мы еще падаем? Итак, дорогие пассажиры, простите меня, пожалуйста. Я не очень хотела вас обидеть. То есть, ну, в общем, я почитаю книгу, как это делать. Так, включи моторчик. Так, вот тут потянем. Итак, мы летим. Мы прилетели, дорогие пассажиры. Пожалуйста, встаньте с мест и пройдите к автобусу. Ваш автобус будет управлять самый классный пассажир. Ладно, шутка, это опять же я, который орёт на весь автобус, потому что он не подключен к автобусу мой микрофон. Короче, я пилот, который вами управлял. Я буду управлять этим автобусом. Спасибо. Пожалуйста, не орите. Отдохну-ка я. Педальки мы нажмем, вперед мы едем. Педальки мы нажмем, вперед мы едем. Мы отступим педальки. О, нет, мы где-то очутились в странном месте. Тут ведь темно как-то и не очень приятно. Находиться тут очень страшно. Мы лучше включим во всем автобусе свет. О, здравствуйте, мои пассажиры. Зачем вы выключили свет? Чтобы ты... Мы тебя напугали. Зачем? А зачем? Ты нас обидел. Я девушка. Неважно. Обидела или обидел? Разницы нет. Подождите. Алло, босс. У вас тут пассажиры лучших не принимают. Да. Угу. 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 Да. Угу. Так-то. Окей, заберите их. Я иду, наконец-то, в аэропорт, свой дом на карете. Итак, сейчас я буду снимать мой дорогой дневник. Оу, тут коты бешеные.
Они вон что делают? Всегда. Итак, мой дневник. Прости меня то, что я так плохо провела со своими пассажирами. Итак, пока, дневник. Наконец-то. И так продолжалось каждая ночь и каждый день. Если что, друзья, это был сериал, и надеюсь, вы как-то посмеялись чуть-чуть. Ну, а так я старалась.